красного флага Российской Федерации. Да, и у нас традиционно уже ежегодно мы проводим такие мероприятия с нашими сотрудниками. Лично праздник этот, я считаю, что это праздник святой, это день государственности, тот день, когда сплачивается весь личный состав, все люди Российской Федерации и способны творить, способны защищать нашу Родину со всеми силами максимально возможно. Разрешите дополнить. Для меня лично этот праздник вызывает чувство гордости, ответственности. Я горда тем, что я гражданин Российской Федерации, нашей матушки России, великой страны, великой, самой великой страны в мире. Чувство гордости, ответственности переполняет меня в этот день. И вы видели глаза МЧСников, они горели, они светились в этот праздничный день. День флага Российской Федерации. Ура! Ура! Россия наша страна! Спасибо всем, поздравляем тоже с праздником.